Украинский космический аппарат СИЧ-2-30 проходит комплекс испытаний. Комплекс работ касается измерения магнитных характеристик. Испытания проходят на заказ производителя аппарата государственного предприятия конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля. Комплекс работ проходил на магнитоизмерительном стенде магнитодинамического комплекса Института технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины, который находится в Харькове. Отмечено, что в настоящее время ученые закончили обработку результатов измерения. Спутник СИЧ-2-30 должен стать первым за последние 10 лет отечественным аппаратом дистанционного зондирования Земли. Он будет готов к выводу на околоземную орбиту до конца 2021 года. Запустить спутник планируется с пусковой площадки компании SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Госпредприятие конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля заключило контракт с европейской компанией Easy Launch, которая контрактует SpaceX места для доставки грузов в космос. Космический аппарат СИЧ-2-30 оснащен магнитной системой управления, принцип работы которой основан на взаимодействии установленных на спутнике специальных электромагнитов с магнитным полем Земли. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.